Как известно, в своем послании президент страны заявил о начале масштабного проекта по восстановлению объектов культуры. Тверская область вошла в число регионов, где работы пройдут в первую очередь. Вполне возможно, что благодаря этому будут восстановлены хоть какие-то дворянские усадьбы. Их у нас сохранилось более сотни. Ну а пока же с предметами быта помещиков можно ознакомиться на выставке, которая открылась в императорском дворце. В гостях у Лариных. Мир русской усадьбы начала 19 века. Выставка под таким названием теперь работает в Тверском императорском дворце. Часть экспозиции составляют полотна из нашей картинной галереи. Но большинство экспонатов привезли коллеги из столичного музея «Коломенское», которые так объясняют появление этого совместного проекта. Был такой вот интерес показать именно с такой точки зрения, с такой плоскости эту уже вроде бы известную тему. И тут так вот сложились обстоятельства, так сложилось интерес и помещение, подходящее под эту выставку. Поэтому вот мы решили ее здесь организовать. Подходящее помещение – это павильон оранжерея, а сложившиеся обстоятельства – это 225-летие со дня рождения Пушкина. Великому поэту, в своих произведениях блестяще описавшему русские усадьбы, и посвящена выставка. Здесь можно увидеть образцы мебели, посуды, изразцы, графику, картины с изображением самих владельцев имений и их домочадцев, которые со всей любовью обустраивали свои дворянские гнезда. Образ которых в наших сердцах живет как какого-то уютного места, как рая на земле. И это в каком-то смысле так и было. Вот и эти впечатления вы заберете, я надеюсь, с этой выставки и сохраните в себе. Набраться впечатлений и сохранить их в себе можно будет практически до середины мая. Именно на такое время планируется работа этой уютной, как те самые дворянские усадьбы, выставки.